Меня зовут Ирина Маркелова Агапова. Сейчас посмотрю, да, идет ли у меня стрим. Обновлю страничку. Задержка будет. Угу, вот. Пошла запись у нас. Задержка будет секунд 15, что ждем друзей. И сейчас, пока я поделюсь в чате, пока к нам присоединяются люди. Репосты стрима, так как в сетевом работа командная. Репосты. Всем привет, присоединился к нам на трансляцию. 10 человек нас смотрят. И почему у меня здесь такая аватарочка? Почему я получаю переводы со всего мира? Представлю, зовут меня Ирина Маркелова Агапова. В сетевом бизнесе, в проекте «Всем миром» Whole World я с 2013 года. И неважно, когда вы присоединились. И единственное отличие в том, что не то, вот и все. Сюда. Переводы приходятся все на мой кошелек, который мы недавно привязали. Раньше мы работали с единым кошельком, сейчас мы работаем с разными кошельками. И у меня привязан кошелек Advanced Cash. Вот мой кошелек Ирина Маркелова. Вот мои внутренние транзакции сегодня мне пришло. Вот считайте, сегодня у нас 8 ноября. Давайте я обновлю страницу при вас. Сегодня буквально вот совсем 20:19. Вот 10 минут назад мне пришло $15. Мне пришло $5. Мне пришло 20:18. Еще $5. Мне пришло еще $5. Это все 8. Мне пришло еще $5. Мне пришло еще $5. И $10. Отлично приглашенных. Дальше я получила $1 бонус. У меня человек купил совместную рекламу. И вот $100. Помните, я вам показывала, что я получила третье место за топ-10 самых эффективных фандрайзеров. То есть это люди, которые привлекают денежные средства на благотворительность. Вывела. Каждый день, ну или почти каждый день. Вот 7-го не было, а 6-го ноября. Вот посчитайте. Сколько в день может получать $5, 10, 15, 5, 5. Это все 6 ноября. Вот смотрите, все 6. Вот можете посчитать? Вот, показать еще. Это все 6 ноября. Вот и считайте. А кто-то не понимает, этот проект не воспринимает как серьезный бизнес и идут в другие проекты работать. Дело добровольное, но я считаю, что надо идти во всем до конца. Вот входящие. Так, сюда еще мне пришло на почту или пришло? Нет. Не, ну, счет пополнен, счет пополнен, счет пополнен, счет пополнен. Сегодня у нас 8. Как работает проект, рассказывать не буду, но прежде чем зарегистрироваться, надо посмотреть эту видеопрезентацию. Мне люди пишут, вот просто поражаюсь таких людей, а что, там еще и платить надо? Люди, да вы уже родились, уже платить надо. Вы где-то живете, за это тоже платить надо. Вы сходили, покакали, вы за это тоже платите. Представляете, везде в нашей жизни надо платить. Если вас кто-то угостил конфеткой, вот мне прислали сегодня в посылке подарок. Сейчас покажу. Вот такие конфеты мне прислали. Кстати, все их съела, одна конфетка осталась в посылке. Это эти конфеты тоже кто-то заплатил. Либо там акция, покупаешь, например, на 2000 и конфеты в подарок. Но получается, эти конфеты уже включены. Также и здесь нет бесплатного ничего в интернете. Даже если кликаете мышкой,
или просматриваете видео, вам за это платят какие-то копеечки, но платят рекламодатели, которые заплатили свои деньги за рекламу. Бесплатного ничего нет. И человек, который мне недавно написал: я зарегистрировался по вашей ссылке, но если мне говорят, что у вас надо платить, значит, мне кажется, что это лохотрон. Проекту, во-первых, будет 6 лет 11 ноября. Я обязательно проведу трансляцию, приглашу вас на директорский вебинар. И надо вообще включить мозги и подумать, откуда берутся деньги в интернете. Они же не с неба сыпятся. Вот чтобы зарабатывать так, как я вам сейчас показала, нужно сначала самому оказать помощь в размере $105, то есть за $5 вы активируете кабинет, $50 идет в благотворительный фонд помощи детям, и 50 распределяются 7 участникам вашего сертификата. У каждого участника есть сертификат, и у меня он тоже есть. Вот здесь показан маркетинг. Как я стала миллионером, если кто-то не верит, в шапке у меня YouTube-канал. Переходите по этой ссылочке. Здесь вся моя жизнь за последние 4 года. Я снимаю видео, как я снимаю деньги с банкомата. Я показываю свой кабинет, как мы работали с единым кошельком, как я покупала первую квартиру, вторую, третью, как мы переезжали. Все по плейлистам, как я делала ремонт. Здесь вся жизнь... как мы розыгрыши проводили и сейчас проводим. Кстати, у нас идет акция. Сейчас я сделаю репост. Розыгрыши призов от лидеров Whole World. Мы можем себе это позволить. Вот чтобы у меня на стене далеко не убежала эта запись. Для тех, кто 22 октября по 31 декабря выполнит эти условия, тот получит iPhone 8. Два смартфона мы уже выиграли и решили поднять планку. У нас сейчас это будет конкурс. То есть не так, как мы проводили рандом, а человек еще просто сделал репост, попал в нашу команду и путем случайного подбора приложение выбрало победителя, и мы отправили смартфон. Теперь будет все по-другому. Чтобы и нам оправдывался приз, вы должны пригласить 50 благотворителей, то есть тех, кто окажет помощь в проекте всем миром, и плюс вы. По любой ссылочке. Вот ссылка Бориса Маркелова, моего мужа, либо моя ссылочка. Регистрируйтесь, оказывайте помощь, приглашаете 50 человек за 2 месяца до Нового года. Планка высока, но и iPhone 8 стоит $1000. Если не хотите айфоном, то значит вы можете денежным вознаграждением, мы вам вышлем $1000 на ваш кошелек, который вы укажете. Вот здесь можете почитать все условия. Ждем вас в свою команду. Ссылка у меня в закрепленной записи. И до новых встреч. Пока-пока.